Всем привет! Продолжим канал «Что принимает СДР радио» в городе Кишиневе. Например, вот частота 153 кГц. Антенна «Сателлор». Сегодня 1 апреля. Время 20 часов 25 минут. Уже как бы сумерки. Вечернее прохождение уже есть. Вот средние волны. Радио Украина. Пятьсот сорок девять килогерц. Радио Румынии. 561. Семьсот двадцать килогерц, тоже Румыния. Семьсот шестьдесят пять килогерц, Одесса, маяк. Восемьсот пятьдесят пять килогерц, тоже Румыния. Восемьсот семьдесят три килогерца, радио Молдовы. Радио Румынии. 999 килогерц пока не работает в это время. Тысячу 153 килогерца. Румыния. Тысячу 253.
Радио Вести ФМ 1413 килогерц. Попробуем короткие волны. Что у нас на коротких волнах? Мой телефон нельзя? Пульта там обрез. Какие-то радиолюбители в районе 3 МГц. Нижняя боковая полоса.
3 649 700 килогерц. В районе 6 мегагерц вещалки. В районе 7 мегагерц. Верхняя боковая полоса. Сигнал хороший. Радио Китая. В районе 9 мегагерц много вещалок. Ключики работают. Морзянка. 10 099 килогерц. Сканирование пошло какое-то. Район 11 мегагерц. Thank you.
Район 14 мегагерц. Днем в районе 14 мегагерц есть радиолюбители. В это время уже нету. Тишина. Район 16 мегагерц. Мощные вещалки. Район 19 мегагерц. Вещалки работают. Двадцать один мегагерц, тоже полно их. Тоже с боковой полосой работают. Радио Китая на русском языке. Двадцать один 535 килогерц. Район 22 килогерца, мегагерца.
Даже высокочастотные дневные диапазоны работают. Телеграф. Район 27 мегагерц. В районе 30 мегагерц. Это зеркальные каналы средневолновых передатчиков. Вести FM. Частота такая вот. Вернемся на средние волны. Вот Вести FM. В общем, СДР-приемник принимает много всего. И радиолюбителей в том числе. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока.